Министерство образования запустило онлайн-анкетирование по школьной форме. Предлагают выбрать новые форматы одежды в будущем учебном году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Заполнить анкету могут учащиеся, их родители и педагоги. Необходимо указать место проживания, форму собственности учреждения образования, государственное или частное, пол, количество полных лет и выбрать один из предлагающихся вариантов одежды. Для девочек это блузка, сарафан, юбка, жилет, жакет, брюки, шорты и платье. Для мальчиков рубашка, брюки, жилет, пиджак, галстук, бабочка, джемпер, жакет. Кроме того, свой голос можно оставить и за отличительный элемент с эмблемой школы. Он будет нанесен на одежду. Напомним, со следующего учебного года в каждой школе планируется ввести обязательную форму. Ее будут выбирать на школьном совете. О таком решении объявили в Министерстве образования.